Всем привет, с вами Наташа и Андрей. Так точно. И, наконец-то, долгожданный трейлер по Mortal Kombat. Это дополнение с персонажами. Ну, с одним. С одним. Мы давно уже не смотрели. Я думаю, вы соскучились, мы тоже соскучились. Как так-то без Mortal Kombat? Кто не в курсе, да, у нас куча роликов по Mortal Kombat. Можно прям плейлист сделать, да, и еще будет далее, потому что там много персонажей будет выходить. Мы еще хотели посмотреть сам сюжет, но пока как-то не дошли. Ну да, да. Увы. Но может, оно и не нужно. Посмотрим. Может, нет, я бы хотел, но может дойдет, что сами поиграем, поэтому мало ли что. В общем, тут трейлер Омнимена. Да. Мы, к сожалению, не знаем, кто это. Ну, я понимаю, что это персонаж из сейчас популярного мультсериала. Он же комиксный. Да, мы поэтому не знаем. Угу. Его озвучивает, и образ взяли с актера, как я понимаю, который играл Джона Джеймсона вот в «Человеке-пауке», который там, где фотография «Человека-паука». Поняла. Вот. Он же тут и в игре озвучивает. И, ну, что нужно знать, это вот есть сериал «Пацаны», там есть Хомлендер, такой особый вид на Супермена, новый взгляд. Да. И, по сути, Омнимен – это тоже взгляд иной на Супермена. Ну, то есть, он такой же жесткий, но по-другому. То есть, они разные персонажи. И это интересно, и поэтому, может, надо уже посмотреть мультсериал, потому что там как раз выходит второй сезон скоро. Mm-hmm. И, в принципе, он очень долго выходит. То есть, первый сезон уже вышел несколько лет назад. Mm-hmm. Но фанаты есть у сериала. У меня есть там знакомые, даже несколько человек, которые... Одна взяла из-за Омнимена, другой взял из-за другого персонажа, но есть, вот, да и я сам, вот когда покажут Хомлендера, уже, может, тогда куплю. Да. Но вот этот маркетинг с приглашенными персонажами Mortal Kombat, он работает, То есть, люди могут вообще не играть в Mortal Kombat до, но как только они увидят своего любимого персонажа, они реально его покупают. Это вот у нас личные примеры знакомых. Да. Вы сами с этого в шоке, но это реально работает, оказывается. Да, и это до этого уже тоже все было, начиная с 9-й части. В 9-й было меньше приглашенных персонажей, но они были. Но вот начиная с 10-й, там и Чужой, Хищник, Джейсон, Техасская резня, потом в 11-й части вообще безумие, там Рэмбо, Терминатор, Робокоп, Джокер. Короче, они вот в последней части любят прям вот этих приглашенных персонажей пускать, потому что понимают, что есть категория людей, которые вот хотели бы, а вот кто круче будет, Терминатор или Робокоп? Да, и вы можете это сделать в Mortal Kombat 11, по крайней мере. А тут вы сможете в перспективе сделать кто круче, вот Хомлендер или Омнимен? У меня немножко другой пример с игрой Fortnite. Там же тоже добавляют в магазин, либо в боевые пропуски тоже популярных персонажей, и люди тоже покупают. Там, конечно, не нужно выяснять, кто сильнее, но то, что у людей в коллекции есть тот персонаж, которого они любят, для них это тоже важно. То есть они готовы потратить там 1000, 2, 3 чисто для того, чтобы взять скин. Да. Тоже вот. Короче, это реально работает на всех, и я сама, по-моему, Чудо-женщину покупала, и такая, блин, прикольно, что она у меня есть в коллекции. Ну, или там, например, того же Хоумлендера я бы купила, или вот если бы я знала, что это за персонаж, он бы мне понравился, возможно, я бы тоже повелась. Тут еще есть интересные вещи, вот, в отличие от Fortnite, Mortal Kombat, ну, это вообще разные игры, но... Персонажи в Mortal Kombat приглашенные, у них прописаны диалоги в рамках игры. И это супер интересно, когда ты за кого-то играешь, и тебе интересно увидеть реакцию персонажа Mortal Kombat на вот этого персонажа. Или когда встречаются два приглашенных гостя. Да. Это забавно, на самом деле. Тоже есть в этом фишка. Да. Я думаю, давайте посмотрим, тут 1 минута идет. Да, ну мы вот и наговорили еще. Приступаем. Не, ну надо смотреть мультсериал. Ну,
Ой, ужас. Мне кажется, все эти удары, они тоже из мультсериала. Да. Ой. Вот. Тоже, наверное, да. Реально отсылки, которые мы, к сожалению, не понимаем. Ужас. Ну, крутой мужик. Да, давно не смотрели, уже отвыкли чуть-чуть. Ну, он даже немножко похож на Хомлендера, в плане он тоже такой взрослый, там, 30-40 лет. Ну, тут еще старше. Тут еще старше. Да, да. Там, наоборот, вот 30-40, а тут, мне тут, кажется, 50. Ну, но мы не знаем лор, может, ему уже, не знаю, 1000 лет. Да-да-да-да-да. Поэтому, блин, да. Ну, наверное, надо смотреть. Ну, вот, и в том числе из-за этого еще делают коллаборации. Потому что вы это реклама и дает, в одну сторону, да, и в другую, получается. Вот как раз второй сезон, можете идти посмотреть. Да, если да. Что, вон, можете поиграть за него в Mortal Kombat 1. Да, да. Да, я в этом ничего не вижу. Нормально так прорекламировали друг друга. Да, там еще фанаты только рады. Там еще на фоне незаметно было, но рядом с Omni Man'ом вот тут же режим камео, то есть второй, да, помогает. Да, да, да. И там в камео новый тоже герой, но он именно с Mortal Kombat. Mm-hmm. Его там зовут Тремор, и он появлялся в 10-й части, он, в общем, камнями пуляется. В принципе, все, что нужно на нем стать. Ну вот, да, и вот тут Omni Man закрывает его своим телом и своей рекламой. Не, ну, прикольно, как я понял, они будут растягивать этот набор с персонажами очень долго. Ну, то да. есть раньше они на самом деле выпускали сразу несколько персонажей, могло выйти. Угу. И ты мог купить даже отдельно того, кто тебя интересует. Угу. А сейчас тебе нужно купить весь набор, и только тогда ты будешь играть. И, насколько я знаю, Homelander, он вообще только следующим летом будет. То есть они на весь год растянут выход персонажей, так что... Может, ну, быть, да. Мы весь год и будем смотреть трейлеры иногда. Да-да-да. Ну, а чё, как еще зарабатывать денежки? Так хоть какой-то прибыль какая-то будет, знаешь, один раз выпустить, знаешь, там в сентябре, да, вот они выпустили игру, и потом в октябре выпустить дополнение, и все, и все как бы... Ну, уменьшатся доходы после этого, если все уже, ну, фанаты купили. Я не хочу защищать эту компанию. Это, ну, на, да, самом деле гигантская компания, у нее очень много денег, ну, и да, они очень жадны на самом деле. Ну, так, что... так все работают. Поэтому до этого они делали... Это просто называется Combat Pack с персонажами. Угу. И будет, скорее всего, Combat Pack 2. Mm-hmm. И в нем будут еще другие персонажи, я, mm-hmm, предполагаю. Или его не будет, и поэтому они растягивают так долго, mm-hmm, по одному персонажу. Может, потому быть, что, да, в прошлых частях было несколько комбат-паков. Например, там выходил один комбат-пак, сразу три персонажа. И потом следующий, через какое-то время, там тоже три персонажа. В общем, а тут вот. Понятно. Так. Да. Ну, вот такая вот схема. Да. Такая вот схема. В целом все. Пишите в комментариях, ждете ли вы от нас видео еще по Mortal Kombat. Может, мы загоримся этой идеей и реально там на сюжетку снимем реакцию или еще что-то, может быть, есть какой-то контент. Можете подсказать тоже в комментариях. А так поставьте лайк, подпишитесь на канал, нам будет приятно. Всем пока. Пока.